Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Motorola Razr 40. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь точку доступа. Находим и, нажимая на нее, мы можем ее включать и выключать. А если мы зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки, где сможем настроить название точки доступа. Можем также скрыть название, например, наше устройство. Можем настроить защиту, можем настроить пароль, совместимость. Здесь можем включить расширенную совместимость и точку доступа с Wi-Fi 6. Также можем перейти в управление устройствами, можем тут посмотреть подключенное устройство, настроить ограничения по количеству устройств и добавить разрешенное устройство. И также можем настроить автоматическое выключение, если к нам никто не подключается. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.